Это 6 мая, видеораспаковочка для Дмитрия, город Тольятти. Значит, Дмитрий, смотрите, кресло абсолютно новое, запечатанное, невозвратное, скрывается первый раз, будем осматривать. Моделька выглядит вот так, на бичер цепик, гибрид, ой, гибридная, ПУ, пориуретан, обивка, перфорированная, что обеспечивает быстрое охлаждение поверхности, рабочей поверхности кожи. Также подлокотники 4D с полиуретановой накладкой. Все это дело не терпит, когда пользователь сидит по голому торсу в кресле, а именно когда тело преет, пот выступает, входящий в состав пота соль начинает разъедать полиуретан. Никакого голого торса, только одежда, максимально одежда. Ухаживаем за креслом, покупаем автохимию, вот такую жидкость без спирта, с растворителей, водная основа. И хотя бы один раз в месяц минимум протираем поверхность подлокотника, сиденья, спинки. Задняя сторона спинки у нас отделана эко-кожей под стерилизация под карбон. Классно выглядит. Ручки также цвет медный. Все металлическое. Мультиблок, угол наклона 135 градусов, пятилучья дюраль алюминия холмиком, колеса с полиуретановой накладочкой. Шикарное кресло, по прошедшим уже 3 годам в нашем магазине это самый покупаемый продукт, именно эта модель. Ну и в основном Нобель, премиум класс, отделка швов на уровне, никакие кресла так больше не делают. Возвращаемся к распаковочке. Так. Кстати, у Дмитрия 182 рост, 80 килограмм вес. Идеальное кресло. Нормально подходит. Вот такую индексмассу тела. Оп. При получении коробочки в своем сдэке рекомендуем брать напарника, товарища, чтобы вам помог вынести коробку до автомобиля. Ну, или же оформляем уже в сдэке доставку до квартиры по своим местным тарифам. Так. Вот это дело все упаковано с завода. Сейчас это все подготовлю для осмотра на видеокамеру. Так, кресло раскидал, да, для осмотра. Так как в модели, в этой именно модели Купер лимитированные не идут в комплекте подушки, они приобретаются отдельно. Вместе с креслом они 200. И получается кресло 41 тысячу. Покидаем сюда. Пакетики, как обычно, открывать я не буду. Все, осмотрим через пакет. Мне это видно, на камеру это не попадет. Заглянем сюда, посмотрим комплектность. Так, накладочки есть, ключики, болтики в комплекте, флажки для управления мультиблоком есть, колеса есть, газлифт есть, пыльник для газлифта есть, все на месте. Так, мультиблок, давайте его тоже крутанем. Значит, это гайка для регулировки режима качания. Кресло. Оп. Все. Тут у меня есть минус-плюсик, в какую сторону крутить. Значит, минусик это мы расслабляем пружину. Плюсик это мы затягиваем пружину. Ну и ищем свою золотую середину под свой рост, под свой вес, чтобы кресло вас качало. Так, что дальше-то у нас? Тут все посмотрели. А. Подлокотники. Все идеально. Все идеально. Пластик весь целый. Пластик весь целый. Дюраль алюминия тягучая холмика. Сторонку. Инструкция. Значки, которые надо изучать. Так сидеть не стоит на кресле. На последней странице у нас будет здесь наша инструкция,
с нашей гарантией. Ее надо обязательно хранить. Так, соответственно, тоже пакеты не снимаю. Пластик целый. Пластик целый. Давайте заглянем под низ. Так называемую юбку кресла. Металлическая пластина на месте. Напоминаю, что в тканевых эпиках и айконах этой пластины металлической нету. Вместо нее тут идут два жгута. Так. Не знаю, мне нравится с пластиной. Вот мое кресло, айкончик. Шикарная моделька. Она имеет пластину, жесткость просто удивительная. Мне очень нравятся эти кресла от Noble Chairs. Так, ну, в принципе, все. Все, осмотр закончен, Дмитрий. Значит, помним по эко-коже, не сидим по голому торсу, ухаживаем. Второе, правильно взаимодействуем с углом наклона, поднимаем рычажок вверх всегда до упора, а потом только давим спиной на спинку. Когда спинка под нагрузкой от вашей спины, рычаг ни в коем случае мы не дергаем. Два таких незамысловатых правила, рекомендаций, их выполнять. Кресло будет вас только радовать.